из-за влияния общения, которое я получал от разных преданных, я начал читать книги шестерых госвами, все сандарбхи. Много раз я читал Вишванатха Чакравати Такура, его комментарии, Шрилу Баладева Видьябхушану, великих, очень великих преданных. И это тоже оказало очень сильный эффект на меня. Но в то же самое время я продолжал читать Шрилу Прабхупаду. И через какое-то время я осознал, что то, что Шрила Прабхупада дает, и каким образом, как он это делает, что на самом деле нет нужды читать кого-либо еще, кроме Шрилы Прабхупады. Это действительно, в этом нет нужды, потому что Шрила Прабхупада представляет вещи на том самом уровне, как эти великие преданные из предыдущих веков. И с того времени я немножко иногда читаю предыдущих ачарьев, но я бы сказал, 90% я читаю Шрилу Прабхупаду. И я не чувствую, что я что-то потерял. Я чувствую, что я получаю больше трансцендентным образом, нежели если бы я получал, читая этих великих преданных. Поэтому мое восприятие Шрилы Прабхупады — это то, что без сомнения Шрила Прабхупада находится на уровне этих шестерых госвами. Он на уровне Шрилы Джива Госвами, который, как вы знаете, был главным философом. И он на уровне Рупы Госвами, Санатаны Госвами. Я читал очень много их работ. И работы Вишванатха Чакравати Такура. И Шрила Прабхупада более доступен, чем Вишванатха Чакравати Такура.